Всем привет, друзья! Такой вот обзорчик у нас будет кратенький. Колоночка Hopstar P50. Такая там маленькая портативная. Пассивка у нас здесь. То есть все можно и ставить, можно так ставить, в принципе, как угодно. Сверху у нас панель управления. Перемотка назад-вперед. Подсвечка отключения, включение, ТВС кнопочка, ремешок такой. Потом у нас здесь все закрывается. Зарядочка Type-C, USB, DF-карта и AUX. Закрываем. Такая приятная, друзья. Ну, как всегда, у них вот эти кнопочки громкости. Разные режимы подсветки, друзья. В принципе, прикольно. Она и такая, как бы, и яркая, и красивая. Если раздражает, пожалуйста, можно зажать и отключить без проблем. Снова включить. Ну, круто. Не знаю, мне вот эти маленькие начал брать в продажу. В принципе, понравились. Как бы и по звуку, и по качеству, по цене, в принципе, достойно. Ну, знаете, ну раз как бы кому-то, может, там на подарок, как бы, да, дешево и сердито, как бы, ну, прикольная штучка, почему бы нет. И самое главное, что у них тут, я же говорю, то есть куча всяких всячных. Обычно, как бы, некоторых нету столько, там, допустим, USB, там, и под TF-карту, и AUX, тут, в принципе, все есть. Вот так вот, друзья. Так, что у нее по начинке? Батарейка здесь 3600 тысячи мАч на 5 вольт. Мощность здесь, так, 20 ватт, друзья. Здесь два динамика по 10. То есть, ну, вот так вот. И достаточно громкая. Потому что включали некоторые колоночки, допустим, да, по 20 ватт, они, ну, гораздо тише играют. Тут и она еще, как бы, типа, буцкает, как бы, да. Ну, интересно. Ну, такая, конечно, оригинальная подсветочка, как бы, ну, красивая. Так что, друзья, моделька тоже зачетная, интересная, недорого и прикольно. Ну, всем спасибо за внимание. До свидания.